Сегодня готовим кофейно-ореховый торт. Для теста нам понадобится 4 яйца, 225 грамм муки, 225 грамм сахара, 225 грамм масла, 150 грамм орехов и 100 миллилитров кофе. В чашу миксера кладем все ингредиенты, кроме кофе и орехов. Хорошо все перемешать до однородного состояния. Теперь добавим орехи и кофе. Все еще раз перемешать. Раскладываем тесто в две одинаковые формы и выпекать в разогретой до 170 градусов духовке 35 минут. Вынуть из духовки и оставить в формах на 10 минут. Затем выложить на решетку до полного остывания. Для крема нам понадобится 250 грамм размягченного сливочного масла, 200 грамм сахарной пудры и 4 столовых ложки кофе. Все ингредиенты взбить миксером до однородной массы. С помощью крема соединить два бисквита вместе. Верх и края равномерно смазать кремом и украсить орехами. Вот торт готов. Приятного аппетита!